Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube канала, а также группы моей в Facebook. Ссылочка в описании. Переходим. Все монетки, которые представлены в этом видео, и также боны будут представлены на продажу в моей группе в Facebook. Можно будет зайти и заказать. Хватит всего лишь поставить плюсики, монетка ваша. Ну а сегодня монетки Угорщины. Первая у нас монетка 10 филлеров. Вот, филлеры 1989 года. С обращением такой вот голубя. Гурт у нас гладкий. Материал алюминий. Следующая наша монетка 20 филлеров 1972 года. Такая вот монетка, ничем в принципе не примечательна. Гурт у нас ребристый, материал алюминий. Здесь изображен три колоса. Монетки Угорщины. Следующая наша монетка, это у нас монетка 50 филлеров 1976 год. Монетка обиходная. Материал алюминий, вот такая, 76 год, 50 филлеров, гурт гладкий, здесь изображение моста. Такая прекрасненькая монеточка, в хорошем состоянии, может стать хорошим пополнением вашей коллекции. Следующая наша монетка, это у нас один форинт 70-го года, тоже монета Угорщины. Можно монетку почистить, материал алюминий, гурт ребристый, вот. Здесь герб Югославии. Ой, Угорщины, извиняюсь. А где наш фокус-то? Год. Следующий у нас один форин такой же самый, в принципе, тоже алюминиевый. Гурт у нас ребристый, но год уже 67-й. Монетка, в принципе, та же самая, рядовая, с обихода. Состояние более такое подубитенькое, но все-таки по старине она дольше ходила в обиходе. Следующая наша монетка, это один форин, уже 89-й, такая посвежая монетка, в лучшем состоянии. Вот, гурт ребристый, материал алюминий, такое изображение Угорщины, герба Угорщины. Так, следующая у нас монетка, это уже у нас два форинта 74 года. Материал у нас латунь. Вот. Гурт гладкий. Такое изображение у нас герба. Следующая у нас монетка уже более таки интересненькая. Это у нас 5 форинтов 1985 года. Такая вот прекрасненькая, красивенькая монетка. Гурт у нас ребристый. Видно никелевый сплав. Вот такое изображение. Кос-суч. Может, неправильно читаю. Следующая наша монетка. Это у нас 20 форинтов 82 года. Такая вот монеточка. Прекрасненькая. Гурт ребристый. Мидо-никелевый сплав. Не буду читать, сами видите надписи, чтобы не обижать людей, может неправильно читаю по-угорски, я не читаю. И уже у нас идут такая вот подборочка, то есть монеток можно заказать себе подборку, коллекцию, полный набор. Это один форинт 95 года, гурт гладкий, материалы латунь. Вот уже изображение у нас герба, 95 год. Следующая наша монетка из этой же серии Угорщины. Вот два форинта 96 года, материал мидный никелевый сплав, гурт ребристый. Такой вот он вид с изображением цветочка, цветка. Такая вот красивая монеточка, ссылочка в описании. Заходим, заказываем. Следующая наша монетка, это 5 форинтов 93 года. Такая монетка более в убитом состоянии, но все равно коллекцию можно будет почистить, положить. Гурт гладкий. Изображение у нас цапли. 93 год. Также у нас 5 форинтов. Материала тот же самого латунь. В принципе, такой же самый. Все монета та же самая. Гурт гладкий. Состояние более лучшее. Но уже 2005 год. И последняя у нас монетка на сегодня. Это у нас 10 форинтов.
1996 года. Вот. Гурт у нас как бы ребристый с гладкими делянками. Вот. Материал латунь с медно-никелевым покрытием. Монетка обиходная. Такая вот красивая. Так, и приступим к бонам. У нас сегодня представление 4 боны. Вот. Первая бона — это у нас бона Вьетнама. 20 донг. Ой, 200 донг, извиняюсь. 200 донг. Вот. Вьетнам. Такая вот прекрасненькая. В хорошем, отличном состоянии бона. Красивая. Такая вот трактором. Ну, просто прекрасная. Хорошая бонка. Может пойти кому-то в коллекцию. Кто закажет, ссылочка у меня под видео в описании. Вот, на группу в Фейсбуке. Здесь у нас такая вот бона. Каким-то даже, я не знаю, или рог. Ну, навиденное это. Это у нас бона Ирана. 200 реалов. Иран, 82 год. Вот. Такая вот бона. Это уже написано ручкой. Что здесь написано, или какой-то автограф, или какие-то пожелания, я не знаю. Вот. Тоже вот такая вот прекрасненькая бона. Есть немножко порватости. То есть уже бона была в использовании, загибалась. Так что кому нужно просто положить коллекцию, чтобы было как бы никому-то не принципиально, то можно будет заказать. Ссылочка у меня в описании, можно заказать мне в группе. Так, и следующая у нас бона, это у нас уже тоже бона Ирана, 100 реалов, 1985 год, наверное, я так как-то определил, в принципе, если не ошибаюсь, то должен быть 85 год бона Ирана, такая вот прекрасненькая. В принципе, таких вот явных порватостей нету, надписи нету, в хорошем состоянии. Вот, можно положить, кому интересно, себе в коллекцию. Ну и последняя бона и последний лот на сегодня — это у нас 100 динар в Югославии. Такая вот бона в таком среднем состоянии. Вот. По рыночным ценам она, в принципе, ценится даже и в таком состоянии, так что не смущайтесь. Вот, 100 динар. Кого интересует, ссылочка в описании. Заходим в группу в Фейсбуке, будет выставлено. Всем удачных покупок. На этом видео будем заканчивать. Кто не подписался, подписываемся. Вот, кто хочет оставить комментарий, пишите, буду очень рад. Подписывайтесь на группу в Фейсбуке и друзей приглашайте. Всем пока!